знают, что играть хорошо. Все музыканты так делают, говорят московские. Слушай, ну это прям вообще жесть. Ну то есть ты ежедневно прям встаешь в 5 утра? Сколько же музыканты зарабатывают, играя в электричках? Сегодня мы разберем этот вопрос. Для этого я встретился с человеком, который этим зарабатывает, живет и гордится. Погнали! Артур, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 36. 36 лет. Слушай, круто. А как долго ты этим уже занимаешься, играя? В этом году юбилей будет, 20 лет. 20 лет? Это ты 16 лет? 17. 37 исполнится. И это твоя основная работа? Да. И уже, то есть, получается, 17 лет ты... С музыкального училища начал подрабатывать. Обалдеть. Твой рабочий график, допустим, на месяц. Вот, то есть, ты сколько ты раз в неделю играешь? Я стараюсь играть каждый день, но бывают незапланированные выходные. Каждый день? И какой график примерно? Ну, со скольки до скольки? С 6:40. Утра? Да. И до 7-8 вечера. До 8 вечера. Это сколько? 5 с лишним часов. Слушай, ну это прям вообще жесть. Ну то есть ты ежедневно прям встаешь во сколько? 5 утра? 5:40. Скажи, пожалуйста, твою программу. Вот зависит ли доход от твоего костюма, может быть? Кстати, хочу заметить, что у Артура костюм прям рубаха. Можешь, пожалуйста, показать? Там будет не только костюм. Не рубаха? Шапка. Еще и шапка, доходность. Я сейчас первую неделю выходил. Скажу с уверенностью, что зависит. Зависит, да? Прям очень. В Москве мало кто ходит в нормальный костюм. Только две женщины. Мало кто заморачивается по этому поводу. То есть ты, что ты делаешь? Ты играешь на баяне? Да. Играешь на баяне, поешь или что-то еще? Пою. У меня еще колонка с минусом. Еще плюс колонка, да? Ну а какое-то приветствие, ты что-то говоришь? Нет, у нас витебская школа, поэтому мы без приветствия. Ежедневный твой доход можешь озвучить или нет? Эту сумму я не могу озвучить. Не можешь, да? Хорошо. Ежемесячный? Тоже. Тоже. Хорошо. Пойдем другим путем. Скажи, пожалуйста, сколько примерно в одном поезде вагонов? От 9 до 11. От 9 до 11. Так, хорошо. 9-11 вагонов. И сколько примерно ты поездов обходишь? Ну, вот так вот. На край. Но меньше 100 вагонов в день я не прохожу. 100 вагонов в день? Это просто... 170 рекорд. 170? Ну, то есть ты, получается, просто играешь, проходишь... С пакетом, да? Или там с чем-то? Тебе да. Люди просто кидают, да? Да. Слушай, мне прям хочется попробовать. Давай попробуем, смотри. Два вагона ты пройдешь со своей программой, мы посмотрим, сколько ты заработаешь. И потом два вагона, надеюсь, ты мне дашь баянчик сыграть? Конечно. Пройду я, мне просто интересно, сколько я смогу заработать, не подготовившись. То есть у меня не будет ни костюма, у меня не будет ни колонки. Я не буду петь, я просто поиграю. Да? А ты свою программу, как она есть, так и сделаешь. Хорошо. Ну давай попробуем. Да. Поехали. Поехали. Идем на электричку. Вот видали, как готовятся артисты? Слушай, еще столько минут стоять, ты не замерзнешь? Еще 5 минут. Придет на 2 минуты. Ну понятно. Ох, что-то я волнуюсь. Руслан. Слушай, ну я, наверное, так не смогу. Я все-таки буду в куртке, поэтому ты... Хорошо, я тоже раньше в куртке. Да? Конечно. И как? Меньше была стоимость? Чуть-чуть. Понятно. Ну, мне кажется, здоровье все равно важнее. Закаляться тоже надо. Закаляться тоже надо, да.
Все музыканты так делают, говорят, московские. Короче, Артур прошел два вагона. Вот его заработок. Это сколько? 172 рубля. 172 рубля. Два вагона, друзья. Это заслуживает уважения. Так, давайте посчитаем. Если мы хотим узнать примерную сумму за 100 вагонов, нам нужно 172 умножить на 50. В итоге у нас получится 8600 рублей. Хочу отметить, что это минимум, который Артур проходит за день. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Наступает моя очередь. Волнуюсь, капец, конечно. Руки замерзли, не знаю, что играть, короче. Ну, в общем, попробуем, что из этого выйдет. Ладно, волнуюсь. Погнал. Можно, да? Да. Ну что ж, вот и мой дебют произошел сегодня на электричке Ростокина-Мытищина. Мытищи-Ростокина. Сначала мы ехали в Мытищи, играл Артур. Вот, а обратно я. Ну что, давай почитаем, что получилось. Так. Ох, сегодня я богат. Ну что ж, давайте. Два вагона пройдено. 100, 10, 120, 130, 140, 145, 155 рублей. Сегодняшний нашей гонки побеждает Артур. Артур, красавчик. Спасибо тебе огромное, что показал мне этот мир, что вот так все произошло. Это, конечно, наверное, судьба свыше, что мы сегодня с тобой встретились. Поэтому успехов тебе в дальнейшем. Так, не забудьте, кстати, умножайте 155 умножь на 50. Вот, это будет примерно 7500. Примерно 7500. Ну, надо было зрителям сказать, да? Чтобы они... Ну ладно, это не суть. В общем, друзья, вот такой вот дневной рацион музыканта Артура. То есть вот так вот в 6.40 он встает, о, 6.40 он приступает к работе, 8 заканчивает, да? 100-150 вагонов где-то в день. Это, конечно, многого заслуживает. Поэтому, Артур, всего тебе хорошего, удачи.
Спасибо еще раз за все. Ну, захотелось. Хорошо, Артур. Все, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. А, Артура я отмечу, кстати, ссылка ниже. Все, пока-пока.